Как больно даются уроки смирения ценой сокрушения, ценою падения, ценою своей нищеты осознания. Смирение дается в слезах. Смирения. Без этих уроков мы будем тщеславны, мы будем жестоки. Смирение души людские смягчает, смирение нежной любви научает. Мечом осуждения мы ближнего раним и в сердце ему не даем оправданий. Тогда преподать нам урок умоления. Господь не замедлит уроченное время. Уроки смирения, без этих уроков мы будем тщеславны, мы будем жестоки. Смирение души людские смягчает, смирение нежной любви. О смирении молитвы.